тихий, трогательный и очень личный. Есть такой праздник – День матери. Мама, какие чувства рождает это слово в душе? Спросим у прохожих. Я ее очень сильно люблю, и даже после общения с ней у меня как будто прилив энергии, сил, добра. Нежности. Ну да, самый теплый. Самый дорогой человек на свете. Мама, в принципе, это тот человек, который мне всегда может помочь, оказать какую-то поддержку. Я прекрасно знаю, что если что, она мне всегда поможет, и я ее очень сильно люблю. Очень любим, благодарим, что они нас воспитали, вырастили, что дали, что могли. Ну, самые-самые лучшие наши мамы. Самые теплые чувства, которые только возможны. Это, конечно же, самый близкий человек в моей жизни. Я его очень люблю и буду, конечно, поздравлять с праздником ее. Теплота, забота. Мама сам самый близкий и родной человечек. На данный момент я спешу в школу к сыну к своему. Он тоже готовил мне подарок. Вот поэтому... Вот. Это самый трогательный праздник. Самый близкий и родной человек – это мама. Добрая, хорошая, отзывчивая. Все самые лучшие качества, конечно. По матери. Все самые приятные воспоминания ассоциируются сразу с мамой. Я живу сейчас один с мамой, так что она вся моя жизнь, что могу сказать. Теплые, нежные, светлые, любящие, готовые всегда понять, поддержать. Вот это мама. Собственно, я мама двоих детей. Самый близкий человек в моей жизни, самая родная. Лучшая подруга. Что она красивая, добрая, милая, хорошая. Чтобы она никогда не болела. Ей было много улыбок. И все было хорошо на работе. Ну, мамочка – это самое родное, что может быть вообще. Что она вызывает? Не знаю, нежность, ласку, любовь. Что еще? Не знаю, так обнять всегда хочется, мамочка, это же мама. Вот. Только самые-самые душевные, самые любимые, из детства горячо. И уже я довольно взрослый, а маму, конечно, все так же люблю, как и маленький. Очень приятно возвращаться всегда в родительский дом обратно. Наверное, так в двух словах, если... Вообще такое слово быстро и не опишешь. Дом, детство... Вот. Ну, это самое главное, что у нас есть. Да, мама, она всегда поддержит. Даже если весь мир отвернется, мама все равно всегда останется рядом. Для нее мы всегда будем самыми близкими, самыми дорогими. Вспоминаются все моменты ее заботы, как бы любви, которую она как бы проявляет и проявляла как бы еще в раннем возрасте. Какой момент вам ярче всего вспоминается? Ярче всего? Ну, наверное, когда мы учились в школе, моя мама, она, в общем, у нас был конкурс, нужно было по ладошкам узнать своего ребенка. И мама меня узнала только потому, что у меня всегда были холодные руки, и она вот узнала имя меня вот так вот и выиграла этот конкурс. Вот, этот самый такой запоминательный момент. Какой бы ни была она мама, плохой или хорошей, она всегда остается для меня мамой. Не знаю, как для кого-то, но для меня она мама всегда будет. Все. Она наша мама, не ври. Ну, наша.